И снова здравствуйте. Я в лесу, Андрюша в другой поехал. По дороге я уже одного поймала боровичка. Пока мы ехали на машине по лесной дороге. Сейчас зашла одного подосиновичка. И вот смотрите, малышечка какого. С этого места я увидела боровичка. Смотрите, вам показываю. Пошлите за ним. Вот тут вот, видите, взяла. Вот тут еще даже не закрыла. Голову поворачиваю. Обошла эту поляночку. Видите, вон там два штучки лежат. Вот это гриб. И вот эта кучка. Вон она за грибочком. Это тоже гриб. Вот там полянка, там четыре штучки сейчас только что нашла. Иду на следующую. Я нашла гриб. Кто увидел? А так. Так уже все, да, увидели? Так бы я тоже искала. Ну, этого прям вообще хорошо видно. Какого? С этого? Пойдемте с этого. Это ближе.
стоп. Вот такие бугорочки бывают. Вот я их прощупываю. Тут сейчас ничего нет, а попадаются иногда грибочки. Ждет. Идем. Надо же забрать, а то что он стоит. И один, ему грустно. Класс, да? Они сейчас вообще в самом соку. Вот слышите, эта птичка пикает. Я долго думала, что же она мне напоминает. Вы знаете, детские молоточки такие, звуковые. У них на конце еще такая, как гармошкой, пластиковая штучка, внутри пищалка. И вот ребенок сидит, и вот так тук-тук этим молоточком, и такой пик-пик-пик. Вот, точно. А еще бывает несколько птичек, вот таких, да на разные лады. Ой, аж голова разбивается. Ну пусть пищат, это их дом. Ухожу еще, рассказываю вам, а сама смотрю, может еще грибочки есть. Ждет.